Главное, интересно так. Банан-то одна связка, а наклейки две разные, как будто два абсолютно разных банана. Тут вот чего-то, не знаю, написано. И тут абсолютно другое. Как-то подозрительно. Видимо, наверное, клеили просто не в попад. Авокадушка лежит. Ее косточку я положу в водичку. Она прорастет у меня. Снова заказали мы доставку из этого маркета. Но только памперсов, потому что зима болеет. Неизвестно, что будет завтра. Вдруг вот так срочно придется ехать в больницу. Поэтому продукты заказывать не стали. Да? Димочки лучше, но температура есть. Пока пьем лекарства. Лекарства мы можем закончить пить, и температура может подняться. Вот, неизвестно. Сейчас он таскает. Я хотела сама перетащить, но нет. Он взял, понес. 4 пачки мы купили. 2 четверки, 2 пятерки. Да? Да. Да. Ты зайчка мамина. Ты какой помощник. Да какой ты помощник мамин. Да. Ух ты. А ты его еще их и складываешь вдобавок. Да, Тизя, как их складываешь. И какой умничка. Вот, купили мы 4. Здесь их 48 штуках, прям 48. Да? На 8 13 килограмм. Дима как раз очень сильно похудел за болезнь. И он весит, наверное, где-то килограмм 11-12, где-то сейчас вот так вот. Вот, то есть они ему как раз, и как раз 48 штук, я их одеваю на дневной сон. Вот. Так. Две такие, да? Упаковка, кстати, у них поменялась. Компактнее они стали. Так, а здесь у нас, давай так уберем, тоже подгузники, трусики. Здесь у нас 5 на 12-18 килограмм, 44. Если там было 48, то здесь 44 меньше, цена та же. Но меньше на 4 памперса. Они побольше, их я одеваю ему на ночь, потому что на ночь он много-много очень висит. Да, ты хочешь их сюда убрать? Убирай сюда их. Их нужно убрать на балкон, и все. А тут вот они у нас лежат такие же. Да, жирафики, по-моему, вроде фиолетовые. Вот, уже начали заканчиваться. Если вдруг срочно нам придется ехать в больницу, хоть хотя бы у нас будут памперсы. Да, Зива? Как ты их разложил. И за все вместе я отдала 2500. Ну, чуть-чуть поменьше, у меня бонусы, потому что там были в Сбермаркете. Я еще сборку и доставку оплатила бонусами, чтобы у меня была она бесплатная. Не знаю, за счет чего они существуют, как вообще платят зарплату людям, я не знаю, вот честно. Надо будет спросить как-нибудь. Ну, вот так вот. 48-44, цена одинаковая. Вот, памперсами мы с тобой закупились. Дима дерзится, температура 37 хотя бы не так много, наконец-то, да? Да, он уже бегает, играет, хорошо кушает, пока пьем лекарства. Я надеюсь, что нам лекарство все-таки поможет. Очень надеемся, очень не хотим ехать в больницу. Особенно мне не очень-таки хочется. Куда ты убежал-то? Вот. Ну, короче, у нас такие дни. Меняем каждый день белье. То есть вот на один день вот так вот простынка. Здесь я тоже каждый день меняю простынку. Ее в стирку достаю новую. Вот у меня вчера была стирка. Вчера, сегодня. То есть свое покрывало я убрала. Его тоже нужно перестирать, потому что аденовирусная инфекция, она такая передает. То есть ребенок потрогал что-нибудь с этой инфекцией, руки положил в рот, и все, он заболел. То есть так вот. Полы моем каждый день, да? Мама моет полы каждый день. Полы у нас чистенькие, наконец-то. Да? Да. Мышка моя. Ты куда спрятался? Палочка у тебя. Худенький, похудела моя малышка. Похудела моя малышка, да? Чё ты тут один? А, это мама. Как его... Это от Матилиума такой шприц, чтобы лекарство давать в ротик. А мама его решила этот шприц
шприц вскипятить, и он погнулся, да? На. Ну, я отдала Диме играть его. Ребенок поиграет, выкинем. Так, а тут мои мешки. Три мешка дополнительных у нас с тобой еще появилось. Молодцы, положили в мешочки. В прошлый раз памперсы привезли вне мешка. В этот раз в мешке. Вчера, смотрите, у меня был обзор на вот такие вот дешевые шоколадки. Вот здесь фикс прайса. Ну, кстати, здесь нормальная была более-менее. Щедрая Россия такая. Обзор на них сможете посмотреть в плейлисте обзоры на продукты. Там и шоколадки, и все такое. Обязательно посмотрите. Эти ролики, кстати, выйдут где-то рядышком с этим роликом. Где-то там рядышком увидите. Обязательно посмотрите, мне будет приятно, если вы посмотрите, поставите лайк, напишите какой-то свой комментарий, что вы там были и посмотрели. Возможно, вы и пробовали даже эти шоколадки. А Димочка здесь чистит картошечку, маме помогает. Сам увидел картошку, взял, чистить начал. Говорит, буду чистить картошку. Сидит, чистит. Картошка у нас получилась, смотрите, двухцветная. Я ее сначала положила в духовке запечь. 40 минут она там запекалась, в итоге осталась сырая. Уже был поздний вечер, я ее поставила в холодильник. Она наполовину потемнела почему-то. Не знаю почему. Вот сегодня я ее уже сварить решила. Сварила, ну, не знаю, что такое темное, честно говоря. У меня такое впервые, обычно я варю либо в микроволновке. Ну, решила запечь. Вот, не знаю, почему так получилось. Странно. Здесь палец грязный у меня. Да, ну я обрезала и это. Вот палец грязный. Да, палец грязный. Не в этом суть. И у нас сегодня еще курочка. Кстати, вот тут вот спинка куриная и крылышки. Я их это вместе соединила. Так красиво смотрится она. Так необычно. Вот. Диме грудка. У меня ножка куриная. Здесь я ему мясо положила вместе с лавашом. Это все так перевернуло красиво. Сверху картошечка. А соус он попросил. У нас вот такой соус. Вот он уже немножко когда-то пробовал его давно. И сегодня попробует. Вот. И вот у меня точно так же. Курочка. Она прям вообще полтора часа побыла, наверное, а в духовке она просто разваливается и даже не разрезала. Кстати, они были вместе. Почистил? Ну, молодец. Все, она очистила. Хватит уже чистить. И хватит чистить. Ну, мы кушать будем? Будем кушать-то? Я уж кушать хочу, не могу. А ты все чистишь и чистишь. Такая порция у Димы красивая. Там это еще лаваш в соку. Мне уж очень больно нравится. Вот это вот. Такая, смотрите, красивая. Я даже подумала, вот так вот можно набрать спинок. Много запечь, вот так очень красиво. Где-нибудь подать. Ну, конечно, их есть. Не очень удобно. Мало кто любит крылышки. У меня мама очень любит крылышки. Я больше крылышек люблю вот эти вот штучки, когда очень хорошо запеченные. Они такие хрустящие становятся. О, комментарий ваш пришел. Кто-то написал. А себе, кстати, вот сюда соус положила. Вот там стоит моя новая кофемолка. Старая, я ее начала разбирать
Но у меня не хватает сил болты открутить, чтобы посмотреть, что же там внутри. Пожелайте нам приятного аппетита, и мы будем с Нимочкой сейчас кушать. Да, зайка? Да.